Мужики, всем здорово. Короче, закончил я с навеской. Все, сегодня красил, но такая. Цвет другой, потому что такой основной кончился. Вот этот, который посветлее банка. Та, что вот туда не пошла. Талрепы, нижние рычаги пришлось ей покрасить. Ну, талрепы. Хотел еще в черный, думаю, покрашу в черный. Че меня черт дернул их покрасить в желтый, не знаю. Они же тут должны крутиться, это все будет мараться. Ну ладно, это не суть. Это можно снять вот и их отдельно покрасить. Так, шланги везде подключены, вроде бы затянуты, не знаю. Мужики, не знаю. Тут все вроде затянуто везде. Вот там боюсь, чтобы не потекло. Потому что вот сюда уже не подлезешь ничем. Только все это полиментно разбирать, чтобы где-то что-то подтянуть. Вот тут тоже не уверен. Вот в этом штуцере. Он точеный, он какой-то немножко кривовато точеный там. Ну, вроде поджалось, не знаю. Это на подачу. Тут-то на самотеком оно. Давления никакого. Как-то так. Сейчас что у нас? 9 часов. Поехал я в магазин, наверное, за сигаретами загоняю. Потом заливаю масло. И пробую. Пробую, работает все это дело или нет. А вы, как говорится, делаете ставки. Потечет, не потечет. Так, мужики, масло залил. Где-то сейчас, ну, пятишку сюда ливанул, полбака. Оно сейчас уйдет, по идее уйдет, да? Не знаю. Там он еще есть, пятишка. Ладно. Пробуем. Чего ты? А, не туда заглушил. Видать, нажал не туда, мужики. Пробую еще раз. Напускание ж надо. Да. Пошла навесочка запитываться. Вовремя бросить, он без фиксации, но есть плавающий режим. Вот так внизу, это на навеску. Вот плавающий работает, вот руками давлю, плавающий есть, это на подъем. Добавить ему. Так, другой, да? Это у нас на опускание должно быть. Запитываю его. Рывками работаю сейчас, пока запитается. Во. Во. Вот что ты прям... Плавненько работает, я вам скажу. Так, смотрим. Масло капает, капец. Вот отсюда, вот он. Как я и говорил, с этого штуцера. Так, сейчас возьму фонарь. Надеюсь, запись идет. Как я и говорил, вот не было уверенности вот в этом штуцере. Здесь отлично. Так, здесь смотрю сейчас. Мужики, так, тут горяченько.
Сухо. Все сухо. Ну это я смазывал маслом, когда затягивал, мазал маслицом. Так, здесь у нас отлично. Вот, как-то так. Вот не было уверенности вот в нем, вот, мужики, не поверите. И вот из-под него масло хренач. Сейчас придется раскручивать, что-то подставлять. Так, здесь все отлично. Здесь все протянуто, затянуто. Сейчас опять все загадит, да, здесь, как обычно. Ну а как без этого? Никак. Никак. Ну ничего. Все, я доволен, что вот там вот нету ничего такого, чтобы меня разочаровало. А здесь, я думаю, ерунда. Вот из-под этой прокладочки. Она его не дожала. А прокладка вот такая здесь стоит, мужики. С кольцом, с таким резиновым поставил. Ну, сейчас, может, даже влуплю сюда медяшку. Отожгу ее. И, может, медяшечку зажму полностью. Вот такие вот дела. Все, конечно, хорошо, но ни хрена хорошего. Здесь заменил, поставил обычный такой штуцерок, который шланги соединяют. И на ту же прокладку. Все, из-под него перестало течь. Ну, токарь я не знаю, но это не я заказывал, это он заказывал, точил. До того криво выточено. Резьба по одной плоскости, шайба прижимается по другой, там зазоры. Два штуцера, это вообще заметно. Не в дугу. Может, куда-нибудь приварить, может, пригодятся, да? Вот. Все, теперь здесь не течет, а течет теперь вот там вот из-под этого, вот этой всей фигни. Сопливит. Поменял я только что резинку, снял, подумал, ну, может, она слишком маленькая. Вот он привозил. Она новая. Может, думаю, не дожимает. Поставил чуть больше вот такого калибра, чтобы она его, думаю, вожжала, там все дела. Но это чуть поменьше, там чуть поставил побольше. Тут ремка у меня была какая-то ремка флянцевых колец. В общем, подошло, такая толстенькая, все равно сопливит. Не пойму я нифига. Ну, это чуть поменьше, это чуть побольше. Может, сейчас вот это еще вкорячить. А может, где мусорина там попала какая-нибудь. Ой, опять откручивать. Время 10 часов, да? Все здесь замечательно, везде все. Но вот теперь только вот протянуть вот это. Может, их местами поменять. Может, она сама по себе. Литье кривое, хрен его знает. Не знаю я. Ну, сейчас откручу. Попробую еще другую резинку. Здесь я не откручиваю, а вот здесь вот. Другую поставить, может, протереть еще. А комары дроздюлей дают, это капец. Не знаю, в общем, что делать. Почему оно подтекает? Может, это прошлое масло, но сейчас еще разок заведу. Может такое быть? Так вроде протирал. Давайте еще раз заведу. Что там? Что там нам кабанам? А тут, наверное, бензин заканчивается. Точно. Я и забыл. Думаю, что он глохнет? Тут же, мужики, в баке сухо. Сейчас надо тут ливануть хоть чуть-чуть. Так, мужики, ну давайте попробую еще разочек.
бенз залил вроде бы. Вот оно что оно, тут трещина в литье, вот тут сбоку такая прям видно пора, вот где вот это ребрышко, и вот там вот, вот отсюда она так хреначит и сюда, резинка держит, а, вот оно что оно, да. Может, значит, поменять местами их надо. Эту туда, а эту сюда. Там на всас она идет. Там давления никакого. А вот здесь вот давление. Вот как стоит, ничего. Вот она какая, косяк. Ха, она бракованная. Как-то так. Так, ну это, наверное, уже буду завтра менять, потому что сейчас здесь масло, сейчас только откручено, сейчас все польется вот здесь, через этот самый. Это его либо слить вот здесь, чтобы оно было ниже шланга. Вот в этом весь и кикос. Либо новую нужно, вот такую. Так, мужики, ну как обычно. Пока снимал, весь пол засрал маслом. Масло не стал сливать, просто задрал шланг по-резкому и подвязал. Все. Пойдет. Короче, вот она, эта херня. Вот тут в углу. Вот в уголку, где этот. Если присмотреться, очень хорошо видно такие поры. Я даже вот телефоном навел. Их обалденно, мужики, видно. Это брак литья, будем так говорить. И она вот оттуда, вот там, где резьба, вот сюда. Она что здесь идет, этот самый канал. И вот с этого угла она просто выдавливает масло, и капец. С этой стороны вроде ничего. Вот, как-то так. Брак. Так, другая. Ну, другая, я так вот посмотрел, визуально вроде, ну, опять же, визуально, да? Вроде ничего так. Да, Саня правильно говорит, если ее сейчас поставить даже на всос, вот туда, да, на подачу, точнее, не на подачу, а с бака, да, на насос, она все равно будет потеть со временем, собирать пыляку и наращивать потихонечку сало. Ну вот как вот, да, люди платят деньги за вот эти вещи. В голову бы забить производителю эти штукенцы. Так, ладно, хорошую положу сюда, чтобы не забыть, что она, где она есть, хорошая.
А с этой будем решать, но уже завтра. Как-то так.